Здравствуйте, я Вихарев Сергей. Прошел или посещал курс Миши Петрова «Смотреть и видеть». Это довольно стоящая вещь для людей, которые остановились на каком-то достигнутом этапе в том плане, что у Миши довольно крутой уровень фотографический и мыслительный фотографический. То есть он умеет увидеть в некоторых фотографиях что-то такое и подчеркнуть это. Точнее, у него мозг работает не как у обычного человека по прямой линии, а у него он объединяет. То есть там есть центр какой-то, он схватывает, и отсюда за ниточки они перетягивают. И получается, фотография рассматривается не только как обычная картинка, а ты ее с разных сторон пытаешься рассмотреть, уподобившись ему. Тем самым снимки открываются уже с совершенно другой стороны. Изначально на курсе было два листка А4, и я их сложил там на 8 частей. И вот, приходя после каждого занятия, у меня там была запись каких-то фраз Мишиных. Он их так между делом говорит, выстреливает просто чисто случайно. А если сидеть над ними думать, то они реально гениальны. Они безумно простые, но в то же время гениальны. Ну, наподобие как законченная композиция, в законченной композиции не хочется двигать рамку. Это до банальности просто. Но при этом об этом даже не думаешь. И то есть такое понятие, как законченная композиция, оно было такое витающее в облаках. А тут, когда сказали эту фразу, ты понимаешь, что да, вот все, глазу хорошо, приятно, значит, все здорово. В общем, многие... Короче, Миша – это цитатник, я бы сказал так. Его можно разбирать вот на цитаты, слушать, записывать там, и потом уже это в дальнейшем. Потому что мозг, я говорю, у него работает очень клево. Он нетипичный мозг человека. Он такой, я бы сравнил с Стивом Джобсом, что ли. Мозг, который гениальный. Он черпает информацию постоянно и пытается ее связать между собой и какими-то нитками. И они действительно связываются, и в конечном итоге это выходит здоровский продукт.